что же такое вот современная прокуратура и какая у нее основная задача сегодня? Ну, сегодня современная прокуратура – это высококвалифицированные работники, которые по силу решают любые поставленные задачи, которые ставят перед прокуратурой государства. Конечно, основная задача прокуратуры – это защита прав граждан, это защита интересов государства, это борьба с преступностью, борьба с коррупцией. Законом о прокуратуре Республики Беларусь определены основные направления надзора, которые позволяют в полной мере реализовать поставленные перед прокуратурой задачи. Конечно, очень важным направлением является координация деятельности всех субъектов профилактики по предупреждению коррупции, преступлений. И прокуратура занимается и поддерживает государственные обвинения, участвует в наиболее актуальных гражданских делах в суде. То есть работы прокуратуры, направлений очень много. И сегодня, я думаю, во время передачи о каких-то направлениях мы поговорим. И дополняя Виктора Николаевича, мне хотелось бы сказать, что одно из достижений вот нашего государства, если взять, сравнить 90-е годы, то у нас была страна лишенных родительских прав. То есть, слава Богу, с принятием декрета президента номер 18, сегодня мы можем сказать, что дети защищены, и дети воспитываются в семьях, а те, кто по каким-то причинам не может воспитываться в семьях, они воспитываются не в интернатах, воспитываются в совмещающих семьях. И думаю, что в этом направлении тоже была значительная заслуга органов прокуратуры и всех субъектов профилактики, которые в этом направлении провели значительный объем работы.